Всем привет, чуваки! Сегодня я решил сделать маленький такой обзорчик на клавиатуру с AliExpress, как обычно. Release Keyboard называется она. Или по-простому на AliExpress ультра тонкий беспроводная клавиатура Bluetooth 3.0 для Apple, iPad, iPhone, Siri, MacBook, Samsung, телефон и компьютер. Всего-то. Так, как обычно, эта хрень шла где-то месяц, может, полтора, стоило 11 баксов, да, а это яблочный сок со льдом, так что я немножко отодвину свой провод. Короче, поехали. Естественно, что я это все дело уже распаковывал, юзал, и в принципе неплохо, знаете, я думаю, что лучше всего уже строить свое мнение, когда у тебя хороший годный товар, который ты проверил. А не то, когда ты просто тупо распаковал посылочку, ну и смотрите, какая она классная. Короче, фу, такого не будет, и поэтому быстренько говорю, как есть. Маленькая инструкция на английском. Вкл-выкл и так далее. Вот, в такой пленочке. Это все отложим. Вот так она выглядит. Нравится, нравится, нравится. Вот, и с другой стороны. Сказать, что она дешевая, нет, не могу. Пластик, даже серебристый пластик, смотрится более-менее премиально. Единственное, что нет русских букв, но чел заказал уже русскую раскладку, то есть все это будет. И если вы заметили, здесь есть три клавиши QWE, которые снизу помечены Apple, Android и Windows. Единственное, что меня немного смутило, это нет наличия антенки, такая, которая стоит у меня вот на компьютере, да, для этой мышки. Этой хероборы здесь нет, и как она будет работать на винде, я не знаю. Вот, а по сути, если брать, то можно подключить, я уже пробовал, но еще раз в этом убедимся, чуваки. Батарейка раз, батарейка два. Вставили. Вот. Здесь есть кнопка on-off, которая активирует, как я понял, Bluetooth. Вот. И в принципе все. Все, что надо. Connect. Пишем. Alexander Green. Bench. Так, как видите, все работает. Я даже могу перейти на свой канал. Так, окей. Проблем нет. Единственное, что хотелось бы еще проверить вот с айфоном, как эта тема будет работать. Ох, халявный. Ну, да, да, понятно, все. Отложим. И попробуем сейчас то же самое проделать с айфоном. При новом подключении, видите код, да? Ввести его на клаве. 8830. Нажимаем Enter. Все, подключено. Окей. И что у нас получается? Магия. На Windows я не проверю. Единственное, нужно, наверное, как-то найти ноутбук с Bluetooth и проверить уже так. С Apple коннектится, с Android коннектится. Единственное, что не могу проверить на Windows Mobile, потому что у меня тупо его нет. Вот. А ноутбука у меня тоже нет, поэтому как бы дело такое. Вот. Но я думаю, что в принципе тоже будет все хорошо. Единственное, что наш китайский продавец забыл или не положил, или в комплекте эта тема не шла, но антенки для полноценного компьютера у нас нет, поэтому надо подключаться только по Bluetooth. Вот такой у нас был обзор сегодня. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, короче, комментируйте. Если есть что сказать, говорите. Не держите в себе. Все, пока-пока. Прикольно. Прикольно так крутится, да?